привет, любителям активного образа жизни по субботам. Сегодня суббота, и традиционно я веду репортаж. А сегодня мы рады, что так. 2 часа 07 минут. Вот. Видно? Предыдущий мой личный рекорд был 2 часа 15. Ну что ж, неплохо. Сам себя поздравляю. Поздравляю. Передохну немножко и пойду вниз. На вершине сегодня туман. Облако опять. Ничего не видно, все молоко. Холодно. Я сегодня в перчатках. То есть я учусь на своих собственных ошибках. Ну, в целом, не так уж и сложно, потому что облако висит только на самой верхушке, а чуть ниже прекрасный вид. Все там хорошо. Хорошая погода. Смотрите, какой шиповник классный. Какой... Даже призрел немножко. Раз я обещал делиться какими-то хитростями, знаниями, своим опытом, ну вот сегодня я расскажу одну историю, не историю, а правило одно. Для того, чтобы на длительной тренировке, ну или даже на соревнованиях себя чувствовать хорошо, и сердце было в тонусе, и выносливость была на самом высоком уровне, за сутки до этого очень правильно отрабатывать интервальные работы. То есть выйти на интервальную тренировку, не сильно утомительную, но она должна быть такая энергичная. Ну, как, например, я вчера в пятницу я сделал интервальник, тренировочку, а вечером уже чувствовал, что прям вообще хорошо, прям бодрый-бодрый. Утром проснулся с ощущением того, что во мне как раз вчерашняя энергия еще не погасла. И вышел на тренировку сейчас, на субботнюю, длительную, и вот весь этот подъем, ну вот, может быть, кроме последнего, самого маленького кусочка, уже после 2 часов, я чувствовал себя очень в тонусе и прямо, ну, наверное, благодаря этому как раз личный рекорд я и побил. А вспомним мою предыдущую тренировку, субботнюю, прошлой. На прошлой, кстати, немножко развеивается, да? Красиво. Если вспомнить мою предыдущую субботнюю тренировку, там, где я на РТ поднимался, эта тренировка была через день после отдыха. В общем, в четверг я бегал до этого, потом в пятницу я отдыхал, и в субботу я вышел. И вот результат, по своим ощущениям, могу сказать точно, что если за день до длительной тренировки выйти на интервальную, то держится хорошо. А вроде бы такая вещь, она с одной стороны очевидная, а с другой стороны не каждый об этом знает. Ну вот, делюсь, так что, пожалуйста, пользуйтесь. Хотите какой-то хороший результат на длительной тренировке или даже на соревнованиях, за день до этого сделайте короткие интервалы. Ну, достаточно 5 штук по 3 на 3. 3 минуты на 3 минуты и так 5 раз. Вот и все. Спустился буквально метров на, даже меньше, чем на 100. И вот сразу же смотрите, как здесь по-другому все. Нет никакого облака. Тропа уходит наверх, и там вот молоко как раз наверху. А здесь молока нет. Вон зато есть бока красивая. Вот эта мне вершина очень нравится. Это вот как раз подъем на РТ. Вершина РТ. Но там чуть выше есть еще один, в общем, уровень. Видите, да? Северная часть и южная часть. Как отделяется растительностью. Прямо строго. 3 часа 42 минуты. Тренировка закончилась. Я сбегаю на Радаштаг. Записываю именно сейчас, потому что это очень важно. Момент поймать сейчас, чтобы... Потому что через час примерно, или даже уже через полчаса, я забуду об этих чувствах и состоянии. Это было тяжело, и мне пришлось терпеть. Но для того, чтобы получить такой результат, как я сегодня получил, 3.42, лучше мой был этот же маршрут за 3.50 с копейками, 53, по-моему, да, 3.53. Ну так вот, то есть 8 минут я на подъеме отыграл, и 2 еще на спуске. Это было очень сложно. Но я работал над собой. Именно только тогда и происходит прогресс.
когда ты терпишь, когда работаешь над собой, когда действительно прикладываешь усилия. Всем бег!